Всем доброго дня. Не дорассказал про форточку, или может пропустил, или может быть оно есть видео. Смотрите, когда устанавливается форточка торцевая, она для всех теплиц одинаковая. В комплекте идет нижний прогон, вот видите, из 20 на 20. Крепится внизу саморезом кровли 5,5 шайбой, вот на 19, да? А под форточку ставится широкий сейчас прогон уже давно. Из трубы 20 на 40 и крепится изнутри на 2 самореза. Видите, если здесь у вас стойка 40 на 40 идет, то прогон переворачивается наоборот, с другой стороны, но крепится не вот такими большими саморезами, а клопами 4,2. Ничего сложного нету. Дальше идем. Теперь и этот под форточку регулируйте, чтобы форточка до конца закрывалась. Сейчас пойдем с улицы. Сейчас я вам покажу с улицы, как это выглядит. Обратите внимание, крючок соответствующий. Так это выглядит с улицы. То есть вы прогон, который под форточкой, его практически до конца сюда делаете. Сейчас изнутри покажу. И здесь форточку минимальный зазор, чтобы здесь был. Здесь ставится уголок отлив. Здесь идет клопами. Видите, уголок крепится через профиль. Здесь, где позволяет возможность крепиться шайбой. Видите? На стойке крепится клопами. Ручка замок. Ничего сложного нет. И петли. Главное, саморезы делайте в разбежку, чтобы они друг друга не упирались. Вот здесь, видите, прикручен вот не такая кровля. Видите? И смотрите, по окружности, где если у кого арочная или каплевидная, ставится вот такой вот саморез. 5,5-19 кровля. Здесь шайбу не поставить, но в принципе можно поставить. Но ребята такую шайбу ставят. Сейчас покажу изнутри последний штрих. Внимание, как изнутри сделано. То есть практически подведена средний прогон под форточку. Ручка замок, чтобы закрывалась изнутри или снаружи. Здесь еще по старому ставили. Здесь клоп сейчас ставится, ложится 32. Или вот такой саморез 5,5-25. То есть подлиннее. Это пластина, чтобы не терлась о металл. То есть ее смазывать надо в зависимости, как вы плотнее хотите. Также можно отверткой ее подогнуть. Вот, вроде бы все рассказал о монтаже форточки торцевой на глухом торце. Ничего сложного нету. Спасибо огромное, что посмотрели. Если есть какие-то вопросы, пишите. Все расскажем и покажем. Всем пока.